меня плавка не приготовлена, вы не волнуйтесь. Я сама не уверена, что я не смогу. Вот как у себя большое дело. Хорошо. А на самом-то деле, женщина, вот удивительное было замечание, мне понравилось. Не помню, кто из мудрых заметил, что поэты пишут самые лучшие свои стихи, когда влюблены. А поэтессы, когда их разлюбили. Вот почему-то именно вот этот момент женщине рождает невероятный поток эмоций, всего остального. То есть когда она в счастье, она начинает, наверное, борщи варить, значит, полы мыть и носки стирать. А когда она несчастна, вот тут и просыпается, и свободна где-то. Куча времени. Вот тут у нее куча времени и куча эмоций, и тогда она начинает... Вот, следующее произведение очень короткое, очень емкое, очень эмоциональное, мне очень нравится. Когда все-таки мужчина ушел. Ушел, не ушел. Не я. После жены. Yeah.